Вкусное и простое медовое печенье без яиц, с которым справится даже ребенок. Попробуйте. Делюсь рецептом. Приготовить медовое печенье без яиц можно буквально на скорую руку. Рецепт выручит в любой ситуации. Печенье всего из 4 ингредиентов: мука, разрыхлитель, масло и мед. Печенье готовится без яиц, а значит без белка и желтка. Это может пригодиться очень многим, в силу разных причин. Печенье готовится в виде шариков, которые просто скатываются руками. Если есть чуть больше времени и свободные дети, можно будет придумать кое-что интересное. Само тесто вообще не портится, можете запасти его на неделю вперед. Масло сливочное, 110 грамм. Мед 100 грамм. Мука, 230 грамм. Разрыхлитель для теста 10 грамм. Специи, по вкусу, имбирь, корица, мускатный орех и тому подобное. Количество порций, 8-10. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске соедините муку, нарезанное кубиками сливочное масло, разрыхлители, специи по вкусу. Перетрите все руками до состояния крошек. Добавьте мед. Если мед густой, то предварительно растопите его в микроволновке или в сотейнике на плите. Мешайте тесто, пока не получите однородную массу, которая хорошо склеивается, как пластилин. Заверните тесто в пищевую пленку, расплющите и уберите в холодильник на час. Когда будете готовы, просто отщипывайте маленькие кусочки теста, скатывайте шарики размером с грецкий орех и выкладывайте их на противень, застеленный пергаментом. Немного расплющите печенье донышком стакана или рукой. Выпекайте в духовке при температуре 175 градусов, верх и низ до румяности. Не пересушите изделие. Медовое печенье без яиц готово. Приятного аппетита!